Привет всем, кто верит в себя. Сегодняшняя тема – «Будь честен с самим собой». Слово Хиллари Клинтон. Моя мама в детстве дала мне совет, который я вспоминаю каждый день. Какой? Ну, у тебя есть выбор. Ты можешь исполнять главную роль в своей жизни, либо можешь быть второстепенным актером в фильмах людей, которые затаскивают тебя в свою драму. И тебе нужно... Тебе просто нужно быть максимально честным с самим собой. На самом деле, чаще всего, мама давала мне советы, не говоря, что делать, а задавая вопросы. Наподобие, ты уверена, что осознаешь последствия? Уверена, что выбрала правильный путь? Мне нравится это послание. Я не перестану повторять, что я сам осознал на примере своей жизни. Когда я начинаю новый проект, и я эмоционально вовлечен, когда я действительно хочу это сделать, и это заставляет чувствовать себя живым, именно тогда проект будет успешен. И каждый раз, когда вы начинаете что-то по финансовым причинам или любым другим, кроме как из любви к своему делу, это не сработает. Вы будете работать не с самыми лучшими людьми, вы не будете гордиться своим продуктом, и в итоге на вас накатывает сожаление. Мол, и зачем я ввязался в этот проект? Поэтому, когда вы начинаете что-то новое, сразу подумайте, честны ли вы с самим собой. С утра я общался с молодым предпринимателем, и он сказал, что он хочет работать в Силиконовой долине, потому что там располагаются все его конкуренты. Это буквально самая худшая причина поехать в Силиконовую долину или куда-либо, где располагаются твои конкуренты. Езжайте из-за погоды, езжайте из-за покупателей, езжайте из-за чего угодно, но не из-за того, что просто там работают все ваши конкуренты. Езжайте по той причине, которая заряжает вас энергией и помогает воплотить мечту в жизнь. А мой вопрос вам на сегодня: честны ли вы с самим собой? Каким образом да, и каким образом нет? Оставляйте комментарии внизу. Спасибо за просмотр, ребят. Я желаю вам невероятного дня. Продолжайте верить, и скоро увидимся в очередном выпуске Энспрессо.